позвал прокачку инвентаря китка! Я продезольты. Ты точно не кидок? Да, не кидок, не кидок, прошу тебя, не делай этого. Ты кидок или нет? Нет, не кидок. Ходи! Здорово всем, ребята! Кентуха на проводе! И прямо сегодня будет нереально крутое видео, прям очень крутое видео. А все из-за того, что я прямо сегодня позвал прокачку инвентаря китка. И я уже зашел на его аккаунт. Ну, ребята, вначале мы продадим весь его инвентарь. Смотрите, смотрите, у него прямо сейчас пишет логин-пароль. Обалдеть, это реально кидок. Я не верю своим глазам. Поэтому, ребята, вначале мы продадим весь его инвентарь, чтобы он больше не обманывал. Ну а потом, если он извинится, то так уж и быть, мы его прокачаем. Ну а пока что, ребят, хотел бы вам подарить 5000 желтишки бесплатно, чтобы получить это первое. Поставь лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий и твой ID. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без единой перемотки. Ну что же, вперед набирать этого маленького китка. Все, ребята, я его набираю. Алло, алло. Алло, алло, приветствую, приветствую. Алло. Да. Кент АПК? Да, от Кент АПК, ты попал в прокачку инвентаря! Брат, наконец, сколько я тебе писал уже? Почему так долго я ждал эту прокачку? Почему так долго, я не понимаю? Что ты, где ты был? Братан! Чего ты прокачиваешь каких-то там левых типов? Я должен был прокачивать. Брат, извини, извини. Все, братанчик. Прям сейчас меня прокачать. Насколько тебя прокачать, родной? Говори! Ну смотри, за то, что я так долго ждал, минимум! 1050, я думаю, нормально. Компенсация за время. 50 тысяч голды. Хорошо. Что ты смеешься? Извиняюсь, извиняюсь, брат, извиняюсь! Смотри, есть одно небольшое условие. Я прокачиваю только не китков. Ты не киток же, правильно понимаю? Ты нормальный тип? Конечно, не киток. Как? Конечно, нормальный. Ну просто бизнесмен типа, ну не киток. Просто не, понял, бизнес потому, у меня есть. Потому что... Да, бизнес? А что у тебя за бизнес? Ну я как бы людям помогаю в будущем, типа, как, ну знаешь, как кредиты. Кредиты. А, ты кредиты даешь? Кредиты в стендофе! Как же я сразу не понял, дорогулечка, ты моя! Смотри, для меня самое главное, ты точно не кидок, правильно? Конечно, не кидок. Как ты можешь на меня посмотреть? Как я могу быть китом? Брат, смотри, а ты вот кому-то прокачки инвентаря предлагал или нет? Ну просто вот так интересно, просто кому-то. Да, да, да. Нет. Ни разу? Просто смотри, есть такая небольшая проблема. Я захожу к тебе в инвентарь, братанчик. А тут-то ты пишешь. Привет, ты попал в прокачки инвентаря. Пиши логин и пароль, там кучу аркан. Братан, подстава, взломал кто-то. Это не я, клянусь. Ну, очко мамонта можешь поставить? Ставлю очко мамонта, хорошо, ставлю очко мамонта. Это не я. Не, брат, ну то точно не ты, подожди. А вот этому типу... Точно не я, А вот этому типу тоже не ты? Нет, не я. И вот этому тоже не ты? Тоже не я. Взломал кто-то, как подстава, говорю, полная подстава. Я не знаю, кто это. Брат, это. Ну самое главное, что не ты. Правильно, 100%? Правильно, не я. Хорошо. 100%. Слушай, братик, такой у тебя вопросик. А ты хоть раз слышал что-то про откачку инвентаря? Что? Откачку? Откачку, ну... Слово какое-то странное, не знаю. Не слышал такое? Ну, не слышал? Смотри, откачки инвентаря, это смотри, это когда вот я захожу на NetSkin и делаю, например, за 0.03, видишь? И продаю. Что делал? Какой б***ь? Ты чё, совсем ошалел, Кент АПК, это да подожди, называется? Брат, подожди, все нормально. Ты же не кидок, точно? Точно не кидок, ты чё, верни мой по 90, где? Задонать на... Не переживай, сейчас все вернем, братик. Мы продаем еще один твой скин! Надо ну, пожалуйста, что ты делаешь? Я не хочу в откачку, хочу в прокачку. Что? Нет, ты попал в откачки на инвентаря, это откачка! Ты же мечтал, ты же не писал, пыжи, я всю жизнь мечтал попасть в откачки на инвентаря. Ты мне попал! У тебя есть эпики? Что ж ты не говорил? Да. Ты не говорил? 2,5 голды! Ты готов? Нет, не трожь, ну пожалуйста, ну эпики хотя бы, ну почти. Подожди, Ракет, после вопрос, вопрос тебе, ты не кидок? Нет, не кидок, я порядочный. Продаем! Ну зачем? Подожди. Ну зачем? Ты меня оскорбил. Подожди, я прихожу к клиенту. Убери курсор, пожалуйста, не надо. Что ты делаешь? Что ты делаешь? 140 голды! Ты чё? Нет! Прошу тебя, ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Смотри, ты не хочешь, чтобы я продавал за 0.3? Нет, пожалуйста, не хочу. Ты думаешь, я реально продам за 0.3? Ты думаешь, я такой? Конечно же нет. Я продам за 0.04! Ну не издевайся, тупо! Ну что?
Подожди. Продал. Ой, случайно продал. А ты знаешь, что сейчас буду? Я перехожу к арканочкам. Это самая интересная часть нашего представления. Нет. Ех, тригуни, эники, эники, беники, ели вареники, эник, бени, будешь ты. Баб, не трогай, ну не трогай. Подожди. А ты, идиот, ты кидок идиот, или нет? Тихо. Нет, не кидок, нет, не кидок. Клянусь, клянусь, не кидок. Я продаю соль 3. Ты точно не кидок? Да, не кидок, прошу тебя, не делай этого. Молю, 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 не кидок. Подожди, не хочу, ты кидок или нет? Нет, не кидок, не кидок, не Нет, ты доиграл, ты допрыгался, придут, ты допрыгался, все. Секунду, секунду, один телефонный звонок, и все, и тебя не существует, можно сказать. Ха, не существует, ты кому звонишь? Ты Илон Маска набираешь? Секунду, важным людям, ты что, во мне лоха увидишь? Жду, 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 не, нет, ты важный человек, давай, давай, жду, 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 жду. Ой-ой-ой. Алло, алло, разработчики, у нас тут пациенты как, я не знаю, человек быканул, человек скамит на прокачке, человек оскорбляет, человек, ну, полностью, я вам скину с его ID, Можно будет забанить, да. Ну, как и прошло, в принципе, да, давай. У тебя связи с разработчиком? Да, ты допрыгался, ты что? А я, ты разработчик или кто ты? Конечно, разработчик. Я помощник, правая рука. Ну что же, мы продолжаем дальше откачечку инвентаря. Продаем, продаем. Тебе что, мало было? Я уже разработчика позвонил. Зачем ты продолжаешь? Да, потому что ты не сказал правду. Я знаю тебе маленький секретик. Может быть, это даже не маленький, а знаете, большой секретик. Продаем легендарочки, да? Нет! Я говорю, я серьезный человек. Ты не боишься за свой аккаунт? А что ты сделаешь? Тебя забанят тебе, я тебе еще раз говорю. Да? Без отказа. Ты решил и мне сделать откачку инвентаря? То есть ты попал в откачку инвентаря, и ты решил и мне откачать инвентарь, да? Да ты лучше в стендов вообще никогда не зайдешь. До свидания! За 0.3. Помогли нуждающимся. Ну что, братик, что у тебя еще есть? Вообще уходи с моего аккаунта уже. Я шил в приклею на анкомонку. Твою любимую. Оп! Красота! А ты знаешь, что мы прямо сейчас будем делать? Что? Прокачку уже, да? Нет, не будет прокачки, забудь про нее! Я прям сейчас продаю весь твой инвентарь за 0.03. И знаешь почему? Я знаю тебе всю правду, я знаю, что ты обманывал людей, я знаю! Я продаю. Обманываешь ты, не трогай, пожалуйста, не я надо, продаю! Не надо. Я продаю. Нет, ну пожалуйста, ну не надо, прошу тебя, 3 года! 3 года копил на эти скины, аркан, 2 арканы всего было в моей жизни. Скажи мне только одно, прямо сейчас. Ты это писал или нет? Вот эти вот сообщения. Нет, не я. Хорошо, я понял, значит, ты ничего не понял? Не трогай, прошу тебя. Я тебе даю последний шанс! Ты скажешь правду? Да, хорошо, да, это я писал, да, я скамил. Я раскаюсь, пожалуйста, не трогай, я все понял, я все осознал, не нужно, прошу тебя. Не нужно. Прямо сейчас! Встань на колени и скажи, что ты больше никогда не будешь никого скамить. Не буду скамить, прошу, прости, не трогай ВМ-пуп, за одной доклик, пожалуйста. Не буду. Слушай, это как-то неискренне. Как неискренне? Как тебе еще? Ну подожди, как? Ты неискренне извиняешься, мне кажется, ты будешь дальше обманывать. Прямо сейчас! Скажи, ты будешь больше обманывать или нет? Нет. 100%? 100%, 1000000%, клянусь, вот правая рука, правая рука. Подожди, тебе было неприятно, когда я сейчас сидел от качки инвентаря? Очень неприятно, я не знаю, я ощущаю себя просто очень плохо ощущаю. А зачем ты так делал? Зачем ты обманывал людей? Ну как, заработать хотел, у меня на донат нету денег, сам хотел, просто обманул. Ну ты понимаешь, никогда нельзя никого обманывать. Пусть ты будешь бомжом, но никогда нельзя никого обманывать, это плохо. Ты понимаешь, мне подписчики на тебя пожаловались, тебе не стыдно? Простите, пожалуйста, не надо. Подожди. Пожалуйста, извините. Ты искренне это сейчас говоришь? Искренне? От всего своего большого сердца скамерского. Искренне говорю, простите, пожалуйста. Давай так. Первое, можешь ли ты мне прямо сейчас пообещать, что ты не будешь менять ник? Я не скамер. Больше. Я с этой минуты больше не скамер. Ты больше не скамер. Давай вместе это скажем. Мы больше не скамеры. Давай, брат, вместе. Мы больше не скамеры. Мы больше не скамеры, все. В смысле, и все? Ты думаешь, что так просто сказал, и все, и всем стало легче? Теперь смотри.
Теперь смотри и записывай! Прямо сейчас! Все, кто в комментариях напишут, кого ты обманул, ты обязан им отдать голду! Понял меня? При первой же возможности, при первой же возможности! Кого обманул, мужики, этот бывший скамер, прямо сейчас напишите в комментариях, что ты хочешь сказать? Нет, вот честно говорю, вот мне очень-очень стыдно за свое поведение всем, кто в комментариях напишет, что я их заскамил когда-то. Я, ну, при возможности отдам голду. Как только у меня появляется лишняя копеечка, хорошо, сразу отдаю из комментариев, как бы один. Ты это искренне говоришь? Положи искренне руку на сердце и скажи, я больше не скамер, давай вместе. Я больше не скамер, я больше не скамер. Ромче, брат! Ромче! Нет, я больше не скамер. Слушай, ну, вот не знаю почему, но вот я тебе хочу верить. Ребята, напишите в комментариях, вы верите? Как тебя зовут, братишка, расскажи. Меня зовут Ваня, мне 14 лет, я бывший скамер. Все, ну с этой минуты никогда я больше. Ванечка, братик, знаешь, что я тебе скажу? Что? А давай-ка мы прямо сейчас залетим на легендарный сайт под названием Булдроп! Ну а прямо сейчас, Ванечка, мы на Булдропчике. А ты знаешь, что вышло на Булдропе? Знаешь что? Что вышло, что? В смысле что? Обновление! Ты же не в курсе? Ну что, Ванечка, прямо сейчас мы будем отдирать попочку темной энергии этому фараону. Как он тебе, да? Красивый мужчина. В смысле красивый мужчина? Мы обитаем. Ванечка, выбирай. Копьем, мечом или когтями мы надерем ему попку. Мечом давай мечом. Давай мечом на полбу! Смотри, выжил, падаль. Ты понимаешь, за то, что мы его бьем, мы получаем топовый дроп, тебе не послышалось. Смотри, у нас с тобой 4500 энергии, этой темной, а все потому что я пополнил балик. То есть я пополняю балик и получаю темную энергию за это, прям очень круто. Так, ну шо, давай мы еще копье ему на падаль, по яйкам, Ваня! Как я тебя учил. Ваня, давай представим, что ты скамер. Вот чем мы его забросаем? Давай, ну, копьем его. Копьем, давай. Ой, хорошо-то как, нормально. Слушай, нормально. Все, мы атаковали молодого, дали его по попке, просто все очки выбросили. Ну и потом мы получим топовый дроп бесплатно, за то, что мы участвовали в битве против фараончика. Ну шо, Ванечка, ты готов паровать попочку? Любимый булдроп, давай. Любимый булдропчик. Ванечка, скажи волшебное заклинание. Ванимус, больше не скамимус. Точно. Погнали. Давай. Опа-па. На соточку. Нормально. Братик, мы еще купимся, мы еще прям жестко купимся. Так, что дальше открываем? Так, ну чё, давай попробуем с тобой легенду Марии. Легенду Марии, блин, дорогой не знаю, давай. Давай, брат. Раз, два, три. Погнали! О, мы купились! У нас балик 1300. Давай по-серьезному откроем Анубиса. Это мой любимый кастик, он всегда купает. Ты готов, родной? Готов, давай! Давай, Анубис! Давай! Да! Нормально! У нас 1800! Давай! Два платиновых быка! Ой, давай попробуем быков. Все, погнали. Да! Давай забираем и пробуем на брейдах подняться. На брейдах. Давай. Сейчас еще поднимем, больше поднимем. Давай. 3600. Шанс 80% на успех. То есть мы 100% сейчас будем успех. Смотри, 100%. Да, успешный бам! Через 3600. Давай попробуем подняться. Давай рискнем по-крупному. 5к. Попробуем. Ты готов? Сейчас. Да, готов. Давай, 3, 2, 1. Давай, родной, давай. Да! У нас нож за 5к, прикинь! Душ... Охренеть, я таких денег в жизни не видел. Давай мы еще все продадим сразу голду, все продаем. Так, у нас балик уже 5800. Давай кейс кента откроем, он по-любому даст, я чувствую. Да, давай кейс кента. Еще больше. И давай. Да! Что? Да! Ну валило-то как ты? 8к! 8к! Имба! 8к! А теперь давай поиграем в лесенку и сделаем еще больше! Да, лесенку, это там мини-игры какие-то есть, да. Ставлю 4 стрелдишечки, родной, давай. Теперь самое главное, что на голову не упал камень. Давай, братик, ты готов? Да, давай. Сам будем? Сам выбирай, сам. Первый давай. Еще одну, теперь я выбираю, давай. Давай, выбирай. На последнюю жми. Давай, нажал, брат. Хорош! У нас уже 508. Дальше. На серединку, где-то около середины. Давай, братух. Ай, нас пришибло. Ладно, брат, нормально, 7600, это хорошо.
Давай, знаешь что? Давай награды с булпасса заберем. Мы по-любому еще прошли пару уровней на булпассе. Мы, мы до 16 уровня дошли. Выбирай ячейку, какую? Серёдочка. Вижу. Да, еба! У вас 8к на балике. А знаешь, что я тебе скажу? Что? А давай выводить. А почему бы нет? Давай выводить. Но перед этим, ты подумал про себя, про подписчики ты подумал. Они что же тебе от подарок? Уважаемые подписчики, мы вместе с этим бывшим квитком дарим вам бесплатный подарочек. Вы прямо сейчас видите на экране буковки, заходите в раздел промокодичек, вводите его и получаете совершенно бесплатно на халяву приз. А что за приз, увидите сами. Вот так вот. Ну а теперь, братик, мы идем на вывод. Смотри, вначале вводим твой ID. Дальше мы пишем цену. Сколько выведем? Сколько у тебя хватит совести? Сколько? Ну я такой наглый, ну сколько у нас, 7 тысяч там, шесть тысяч. Ну давай, 7500, раздашь алдутим, кого ты обманывал, 7500. Конечно, вот, все, давай, нажимаю продать, выставляю на рыночек, агасики, поставил, дальше нажимаю тут вывести и все. Теперь ждем? Мы просто ждем, все. Я думаю, это все будет довольно-таки быстро. Все, теперь мы перемещаемся в стендофф. 5 minutes later. Ура! Да, ты что? Галдисочка на базе. Драгулечки, ты моя! Прям сейчас ставочка мало за то, что ты не больше никогда не будешь никого обманывать. Конечно, никогда больше. Все, что сейчас останется, мы сейчас накупим, я так понимаю, чего-то. Конечно, накупим, брат. Все пацанам в комментариях что-то, все подпишем. Хорошо, драгулечки, ты моя! Начнем мы с его с ножичка, правильно? Какой ножичек ты хочешь? Нос. Фу, ну я вообще когда-то хотел М9, посмотри пока что цены. М9? Да, ты мы сейчас весь бюджет потратим. Можем вот это купить, какая соска, ля. Да, тебе да, нравится? Давай. Да. Брат, просто берем и покупаем! 9! Сюда на базу, сюда на базу. Перчатки, да. А какие перчаточки ты хочешь, братик? Какие перчаточки ты хочешь? Слушай, ну какие-то фиолетовые. Ретро-вейв. Брат, сходу сюда на базу. Купили? Мои поздравления, сразу применяем, братанчик, ты шо? Ты теперь элитный тип. Так, что выбираем дальше? Калаш хочу, ты мне слил мой калаш, хочу калаш новый. Вообще базаразира, братик, калаш на калаш. Мозорный. Так, кого ты хочешь? Да фабрик что, мне мечта. Давай. Ой, спасибо. Ну что, брат, теперь продаем за одну алду? Нет, ты что делаешь? Обманывать больше никого не будешь. Не буду, клянусь. Давай еще раз, вместе. Мы не с камеры. Мы не с камеры. Ну ты можешь чуть-чуть. Нет, ладно. Никогда все, мы будем с камеры. Ну что же, уважаемые подписчики, все нужные ссылочки есть снизу. С вами был ваш Кентуха и исправленный бывший кидок с крутым инвентарем. Поэтому, братва, мораль такова, никогда в жизни никого не кидайте. Также, хотите тоже попасть в прокачку, переходите и подписывайтесь ко мне в мой телеграмчик. Ну все, братан, всех обнял, приподнял, всем удачи, всем пока-пока.